Вашему вниманию, Крайон, 6 июля 2023. Быть самоосознанным. Читает Лора. Медитация Моники Муранье. Итак, я приглашаю вас закрыть глаза и произнести вслух: «Я люблю тебя, мое прекрасное тело. Я люблю тебя, мое прекрасное тело. Я люблю тебя, мое прекрасное тело». И вновь, просто чтобы напомнить вам каждый день выражать благодарность и признательность за прекрасное тело, которое у вас есть. И теперь давайте послушаем, что еще Крайон может сказать. Ли Кэрол, Крайон. «Приветствую вас, дорогие мои. Я Крайон из магнитной службы. Я бы хотел начать серии 4 ченнелингов, 4 для всего этого месяца, и темой будет осознание. Не просто осознание. Это называется, возможно, даже сверхосознанием. Мы охватим 4 темы об осознании, и будут разные уровни осознания. Я хочу объяснить это, потому что уровни – это нечто иерархичное. Один уровень над другим. Над другим. Само слово «уровни» означает «выше» и «ниже», что мы идентифицируем как уровень. Но это не так. В многомерном смысле уровни означают более глубокий способ осмысления чего-то. Итак, вы можете быть на одном уровне осознания, и внезапно мы просим вас подумать о чем-то большем, чем был бы другой уровень. Он включен в то, что вы уже осознаете. Нечто происходит на этой планете, дорогие мои. Это улучшение вашего осознания и вашей способности лучше осознавать. Некоторые из вас стали более осознанными лишь последний месяц. Что нечто большее происходит на этой планете? Сколько из вас обладали осознанностью, что Бог больше, чем вам говорилось? Дух, творческий источник, что существует больше, чем кто-либо когда-либо говорил вам? И нет их лжи в том, что они не сказали вам, не существовало сверхсознание чего-то большего, что существует сейчас. Итак, первое, чем мы хотим поделиться с вами, вот чем. Происходит нечто, чтобы позволить вам повысить ваше сознание, чтобы вы были ближе к тому, чем является завеса, или даже к тому, что по ту сторону завесы, по сравнению с тем, что у вас было когда-то прежде. Воистину, есть потолок того, насколько далеко вы можете думать. Итак, вы не признали бы это, и интеллектуалы никогда бы не согласились, но действительно существует граница человеческого сознания, точно так же, как есть граница другого сознания, млекопитающих, стоящих на более низкой ступени развития. Прекрасно. О чем может думать собака? Но собака знает о любви. У них нет самосознания. Они не задумываются о своей жизни на планете, а вы – да. Потому что у вас больше мозг. Возможно, и не только это. Что у вас есть, так это частица Творца, которая позволяет вам задумываться об этих вещах самосознания. Самосознание не является продуктом вашего мозга. Искусственный интеллект никогда не может создать сознание. Он создаст интеллект. Некоторые скажут, что искусственный интеллект однажды будет самоосознанным. Но не до такой степени, какую позволит сознание, которым обладает человек. Потому что вы – часть творческого источника, духа. Вы способны тогда получить то, чем является любовь Творца, которая затем улучшит ваше сознание.
вещи, происходящие на планете, позволяют вам мыслить выше, чтобы поднять тот потолок, чтобы стать ближе к той стороне завесы. И первой темой из четырех будет само этого. Быть самоосознанным – это одно. Обладая сознанием, чтобы выйти за пределы того осознания себя. И вот в чем вопрос. Чем является мое осознание моей части в космосе? Это больше, чем самосознание. Это начать задавать большие вопросы. Кто я? Нигде мое место, возможно, в схеме жизни на Земле. А есть ли что-то большее во мне самом? Можете ли вы почувствовать это? Честно говоря, можете ли вы действительно пойти спать вечером и, возможно, медитировать и не осознавать, что у вас цель во Вселенной больше? Что, возможно, ваше самоосознание как человека может обладать более высоким сознанием и задавать эти вопросы. Когда я не человек, то кто я? Существует ли там большая осознанность себя? Себя, которая выше человеческого, себя космоса. Может ли быть такое, что вы бы осознавали себя до миллионы лет назад? Как насчет 4 миллиардов лет? Что вы делали 5 миллиардов лет назад? Вот это мышление высшего сознания, самосознания. Где вы здесь? Здесь означает прямо там, где вы есть в космосе во Вселенной. Что вы делали, если были? Были ли вы здесь до Вселенной? Вот мысль для вас. Это сверхосознание вас. Если некоторые из вас отправляются в то состояние, и у вас есть «ага», «я думаю, я был». Что вы думаете по этому поводу? Я скажу вам. Сколько Творец был Творцом, сколько был Бог, столько и вы. Вот это само, о котором мы ведем речь. Итак, что все это значит, Крайон? И что? Итак, что, если я скажу «да, я был там». Я был частью этого. Да, я, вероятно, наблюдал за созданием планеты, и теперь я человек на планете и всякое такое. Что, если у меня большее место в космосе? Что это означает для меня? Если вы были этим, это означает, что вы даже могли быть частью планирования всего сущего. Если вы являетесь частью творческого источника самого, вы тогда являетесь частью того, что было создано. И почему это было создано? Это означает, что у вас есть цель вашей жизни. Это означает, что вы помогали планировать и создавать то, чем являетесь вы как человек. Это означает, что вы тут не случайно. Это означает, что у вас есть лучшее великолепие. Не скажете ли вы, что если все это было правдой? Что существует больший, более великий план? И это также известно вам, что если вы являетесь великолепными по причине всех этих вещей, будет ли тогда это переосмыслением и переписыванием вас, кто вы есть? Почему вы здесь? Что, если это совсем не случайно, что вы, ваше имя звучит здесь, находитесь здесь как человеческое существо прямо сейчас на планете? Дало бы вам это паузу для размышлений, чем этот план является? Возможно, я здесь для чего-то, через
что Земля проходит, о чем я никогда не задумывался прежде. Возможно, то, чем я являюсь, больше, чем просто быть самоосознанным. Нечто, что искусственный интеллект может даже создавать, но не сознание, а сознание вашей части в космосе. Что означает «я есть»? Вы можете сказать, вы есть любовь. Вы больше, нежели когда-либо полагали. Или могли быть, или были. Я хочу, чтобы вы поразмышляли об этом. Мы проделаем больше на протяжении месяца. Поговорим о большем повышении осознания, о вещах, которые вас окружают. Я знаю, что этот ченнелинг короче, чем обычный, но он глубокий. Он указывает на то, кто вы есть. Можете ли вы задействовать более высокое сознание, чтобы обмануть это и решить это для себя? Это то, что вы заслужили в этой новой энергии. И я приглашаю вас отправиться туда. Что вы обнаружите? Великолепие. Ха-ха, я Крайон, влюбленный в тебя, великолепный мой. Можешь ли ты ощутить это? Это твое. Итак, оно и есть Крайон.